Обаятельные, привлекательные, а еще состоявшиеся в бизнесе. Республиканский женсовет организовал в Чебоксарах слет женщин-предпринимателей. Вероятно, тем немногим мужчинам, которые присутствовали в зале Дома правительства, было непросто сконцентрироваться на вопросах собрания. Из 26 районов и городов республики в столицу съехались представительницы прекрасного пола, которые не только работают, но и являются работодателями. Мне приятно в целом, что очень много предпринимателей сегодня женщин. Это видно активно по конкурсам, которые проводятся тем же Министерством экономического развития на поддержку малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что предпринимательство не имеет половых границ. То есть, в принципе, главное, чтобы человек хотел заниматься предпринимательством, был активный, имел жизненную позицию. Ну а органы исполнительной власти, муниципальные, просто помогали предпринимателям. В формате круглого стола бизнес-леди делились опытом успешного ведения дела, обсуждали проблемы и задавали интересующие вопросы представителям власти. Женщины могут справиться с гигантскими нагрузками. Они обладают упорством, исполнительностью, энергичностью, способностью длительно напряженно работать. Это не мои слова, это статистика. И особенно осторожны в принятии решений. Они обладают интуицией, в отличие от мужчин. И вот все это, весь комплекс вот таких вот качеств женщины позволяет нам как-то находить себя в этом океане предпринимательства, найти ту интересную стезю, ту интересную работу, которую мы берем на себя и развиваем. Подобный слет прошел впервые, но вполне вероятно, что идея превратится в традицию.